Доброе утро, дорогие друзья! С вами поэтическая онлайн-программа «Утро с книгой». Сегодня 18 июля. Много праздников в этот день, но мы поговорим о поэзии, о книгах, о чтении. Читать – это очень хорошо, а читать полезные книги – это жизненно необходимо. Есть книги, которые направлены на здоровый образ жизни. У многих поэтов, писателей есть произведения этой тематики. И сегодня прозвучит стихотворение Владимира Маяковского «Я счастлив». Граждане, у меня огромная радость. Разулыбьте сочувственные лица. Мне обязательно поделиться надо, стихами хотя бы поделиться. Я сегодня дышу, как слон. Походка моя легка, и ночь пронеслась, как чудесный сон, без единого кашля и плевка. Неизмеримо выросли удовольствия и дозы, дни осени баней воняют, а мне цветут, извините, розы, и я их, представьте, обоняю. И мысли, и рифмы покрасивели, и особенные, аж вытаращит глаза редактор, стал вынослив и работоспособен, как лошадь или даже трактор. Бюджет и желудок абсолютно превосходен, укреплен и приведен в равновесие. 100% экономия на основном расходе. И поздоровел, и прибавил в весе я, как будто на язык закусом кус кладут воздушнейшие торта. Такой установился феерический вкус в благоуханных апартаментах рта. Голова снаружи всегда чиста, а теперь чиста и изнутри. В день придумывает не меньше листа, хоть Толстому ноздрю утри. Женщины окружили платья пестря, все спрашивают имя и отчество. Я стал определенный весельчак и остряк, ну, просто душа общества. Я порозовел и пополнел в лице, забыл и гриппы, и кровать. Граждане, вас интересует рецепт? Открыть или не открывать? Граждане, вы утомились от ждания? Готовы корить и крыть? Не волнуйтесь, сообщаю, граждане, сегодня бросил курить. Дорогие друзья, я вам тоже советую бросить свои вредные привычки, если они у вас есть, и заняться здоровым образом жизни. А с вами была поэтическая онлайн-программа «Утро с книгой». Всего вам самого доброго, светлого и радостного. Пока-пока!